Также считается, что букве А в этом имени свойственно стремление всегда быть во всем первым. Звучание буквы С не вызывает раздражения. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Это имя наделяет упорством и реалистичным планами, поэтому часто мечты такого человека сбываются. Однако в работе проявляет незаурядный ум и способный достичь больших успехов. Как правило, у обладателей имен с буквой С сложно складываются отношения с родителями. Этим людям также характерно стремление поделиться своими ощущениями и знаниями со своим партнером. На подсознание окружающих звук С оказывает подчиняющее воздействие, требующее признания превосходства. Часто люди с гласной О склонны к консервативному образу мыслей, и принципиальность сковывает их возможности. У них есть свой собственный, нерушимый взгляд на жизнь и уверенность в своей правоте. Считается, что если в имени присутствует буква С, то это признак властности и капризности. Легкий флирт и романтическая дружба – это предел, на что они могут пойти в ущерб теплу семейного очага. Владельцы этого имени зачастую в любви непостоянны и капризны, требуют повышенного внимания к своей персоне. Буква С в имени вносит в жизнь человека следующую особенность. В тяжелой общественной ситуации олицетворять собой надежду на лучшее. В тех именах, в которых встречается гласная буква А, труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. Не обещайте человеку с гласной И в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. Значение буквы О сообщает обладателю имени развитую интуицию, способность испытывать глубокие чувства, а также ставить перед собой четкие цели и добиваться их. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Больше всего эти люди мечтают о спокойной и удобной жизни в окружении семьи и друзей. Кроме того, они хотят оставить о себе хорошую память, как о людях, которые стремились принести счастье другим. Звук А в этом имени считается символом проявления самостоятельности, чистоты и ясности. Владельцы этого имени без колебаний пожертвуют своей профессиональной карьерой, если того требует благополучие семьи. Они не считают такой поступок необычным, поскольку семья для них превыше всего. Когда владелец этого имени раздражен, то проявляет властность и капризность. Обладатель имени иногда бывает бестактен, легко идет на конфликт. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Для человека с буквой О в имени характерна богатая интуиция, которая помогает выявить уготованную им цель. Звук В указывает, что обладатель имени изобретательно пользуется коммуникабельностью и внутренним единением с природой. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.